Слыхали новость? Она называется так. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот ты обманул кого-то, денег нажил. Чего ты, сильнее стал? Нет, не стал. А вот тот, кого обманул, за ним правда, значит, он сильнее. Сегодня ровно 3 года со дня выборов в Беларуси, когда мы отстояли правду, отстояли свою страну, победили коллаборационистов, предателей, победили эти миллионы, миллиарды грошей американских и европейских, которые вкладывались сюда для раскачки ситуации. Конечно, победили в первую очередь благодаря Александру Лукашенко, силовикам, ну и, конечно же, благодаря простым белорусам, гражданским людям, которые не побоялись их поддерживать. С чем вас я и поздравляю. Да, было время до выборов и после, конечно, было нелегко, да и сейчас непросто. Ну ничего, ведь за нами правда, а значит и сила. Будем побеждать обязательно, а вместе с Россией, ого-го-го, горы свернем. Россия сейчас также отстаивает правду, и весь мир это видит. Да и вообще ваша американская музыка говно. Вам всем еще козьи рожицы устроим. Жесточайшее.